Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 10 мая 2017 года, и мы начинаем с вами утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Со связью все хорошо, я уже вижу чат, переключаюсь на камеру для того, чтобы с вами поздороваться. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулеген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса инвестиционной академии компании Альпари. Мы обсуждаем с вами самые популярные в мире валютные пары. Это евро-доллар, фунт-доллар и фьючерс-золото. Работаем по стратегии LASKIS, начиная с 2015 года. С сентября месяца идет трансляция по данной стратегии. Мы определяем с вами контртрендовое движение, которое превращается в настоящий тренд. Мы с вами не встречались 8 и 9 мая, потому что мы отмечали великий праздник. Всех вас с прошедшими праздниками, Днем Победы. В эти дни рынок работал, и я думаю, что были ребята, которые фиксировали евро-доллар sell-тейком, наблюдали разворот по фунт-доллару внутридневной, но сохраняется buy настроение. Вот. И не было сигнала в buy на нашем последнем семинаре по золоту, зато получился сигнал sell и был замечательный тейк в нисходящем тренде. Давайте вместе посмотрим, как это все произошло. Дело в том, что данная стратегия позволяет нам вовремя забрать тейк, немножко посидеть в рейнже, подумать, а потом от самого высокого парня продолжить движение. Это касательно золота. Переключаюсь на камеру и желаю вам хорошего настроения. Сегодня у нас среда, третий день торговой недели, два дня торговой недели мы с вами не встречались, но у вас были, скорее всего, дисциплинированные тейки по евро-доллару. Я вас поздравляю с хорошей чувствительностью 160 первого уровня и пробитием линии шеи, четким касанием тейк профита на 261. Продолжается настроение buy в том коридоре, в котором мы отправляемся до 261. Внутри какого мая? Внутри 8 мая мы показали разворот и достигли тейка, не коснувшись стоп-лосса 76-го, мы продолжаем оставаться в состоянии buy. И во время последней встречи по золоту я тут добавил даже слово «нельзя покупать». Правда, у меня не хороший английский, но и в MetaTrader, в моем, кто давно со мной уже смотрит обзоры, нету русского языка. Поэтому я попытался написать «нет, ни в коем случае бая здесь нету во время дневного семинара». И бая не состоялся sell, и было четкое достижение тейка. Я сейчас все это покажу. По традиции включаю чат. Я хочу в этом чате всех поприветствовать. Давно вас не видел. Доброе утро, Александров. Доброе утро, Ахтау, Алматы, Красноярск, Киров. Четырехчасовщики, просьба тоже показывать, говорит Курбанбай. Новокузнецку доброе утро. Татарстану доброе утро. Екатеринбургу Надежда доброе утро. Барнаул. Завтра мы будем в Екатеринбурге, если Бог даст, если ничего не поменяется, если самолет прилетит. Вот. Доброе утро, Владивосток. Вернее, если он вылетит. Прилететь, то он прилетит по-любому. Если он прилетит за мной, в смысле, сюда. Окей. Доброе утро, Туркмении, Москве, Астане, Балаково. И новый город у нас появился. Новотроицк. Новотроицк. Доброе утро. Омску доброе утро. Вербовка. Вербовка. Доброе утро, Вербовка. Вербовка – это деревня или город? Окей. Усть-Каменогорску. Доброе утро. Итак, поехали. Смотрим. Открываем евро-доллара, вот, и смотрим линию шеи. Пробита, да, пробита линия шеи, рисовалась по свечному графику. За этой линией шеи наблюдали мы, как за сменой тренда. Напомню, давайте краткое содержание. Голос прерывистый. У всех так или не у всех? Спрашивает Дмитрий. Если голос нормальный, ставим два плюсика, продолжаем. Если голос прерывистый, то я выкидываю этот микрофон, достаю другой запасной, в котором очень громкий голос, а если все хорошо, значит, у Дмитрия на колонке замыкает масса. Эту массу нужно проверить, и тогда все будет нормально. С голосом все хорошо? Два плюсика ставим. Село Вербовка, Украина. Понял. А я думал, что вы называете наш семинар вербовкой. То есть мы на данном семинаре вербуем новичка на куда вербуем? В профессиональные трейдеры. Да, в профессиональные трейдеры. Окей, разобрались. Итак, у нас была французская новость. Во время этой французской новости мы определили хай. Этот хай определял то, что будет евро-доллар находиться в зоне бая или в зоне селла. Берем зеленый фломастер и рисуем после французскую дележку зону бая на зону селла. Итак, зону селла мы не выходили. Все это время мы пытались евро-доллара покупать. Почему? Потому что в селла клозов не было, а были клозы в бай. Вот. И после этого мы с вами двигались вверх.
Мы с вами зафиксировали несколько тейк-профитов, я уже не помню какие, по-моему, вот такой какой-то тейк-профит у нас отправлялся. Вот, его мы не получили, но получали всякие там 26 апреля, 28 апреля, 27 самых низких парней. Этого тейк-профита мы так и не дождались, это был тейк-профит нашей последней с вами встречи. Но во время удлиненных длинных тейк-профитов всегда нужно обращать внимание на опасные коридорчики. Обратите внимание, я ничего не менял, опасный коридорчик по евро-доллару выглядел вот так. Почему? Потому что он перекочевал. Сейчас я вам покажу. Запомните, вот это тот опасный коридорчик, в котором мы с вами участвовали во время последней встречи. До этого опасный коридорчик выглядел вот таким образом. Sell. Почему мы не увидели здесь клозов, поэтому мы не продавали. Мы увидели перепоцеловку и рассчитывали после клозов ниже вот этого уровня приступать к продажам. То есть этот sell у нас поменялся на следующий sell из-за того, что его перепоцеловали, а мы с вами знаем, что если мы кого-то перепоцеловываем, то любимые у нас меняются сразу автоматически. То есть сначала целуем одну точку, потом целуем вторую точку, и уже первую точку мы забыли, любим вторую. Вот в данный момент, смотрите, sell-а не произошло, а 8 мая, когда мы с вами не встречались, ну это произошло 5 мая поздним вечером, когда я уже был в дороге к своему любимому дедушке, чтобы поздравить его с 9 мая, поздним вечером в 19.00 по терминалу мы пошли перепоцеловывать опасные коридорчики. И вот в этой перепоцеловке был благополучный тейк. То есть дисциплинированный трейдер должен был покупать, но передвигать перепоцелованный поцелуй. Почему? Потому что хай, которым мы руководствовались для того, чтобы определять зону buy или зону sell, клозами ушел выше, вот таким образом, и определился у нас новый коридорчик для перепродажи. Слово перепродажа мне очень сильно нравится, потому что это касается спекулянтов, а мы с вами занимаемся спекуляцией валюты. То есть евро меняем на доллары, доллары на евро, и на этом деле мы с вами, в принципе, неплохо существуем. Окей, итак, коридорчик определился. Многие скажут, да, я в этом коридорчике участвовал, но в этом коридорчике вы не видите тейка по свечному графику. Но дисциплинированный трейдер здесь забрал свой тейк-профит. Он просто задал себе вопрос, а кто перепоцеловывал последнего опасного поцелуя и кто является ласкисом оригинал? Давайте увеличим, посмотрим, кто же из них является ласкисом оригинал. Во-первых, евро-доллар начал фиксировать цели по правилу номер 3. Это выход из коридора без подходящей белой свечки с пробитием 161 и достижение 423. Далее, мы вытянули с вами до следующего одноцвета, выход и достижение 261, остановку на 261 мы наблюдаем, и сейчас в данный момент мы видим даже 423, который совпадает с основным тейк-профитом. Ну и далее мы вытянулись до основного импульса, а у нас с вами есть правило, когда ты уходишь 9 вечером с работы, то, пожалуйста, выключи свет. А выключаем свет мы с вами по линейному графику. То есть переключаемся на острие в острие, передвигаем тейк-профит ровно на ту цену, которая написана у нас по линейному графику. Это 1.08681 и спокойненько спим. Поздним вечером 9 мая тейк-профит сработал и принес вам очень много счастья. В данный момент мы наблюдаем, что 261 служит нам не для продолжения тенденции, а для разворота. И мы с вами видим уже красивого одноцветного парня, который является ласткисом оригиналом 9 мая, у которого замечательный клоз ниже лоу белой свечи. Вы его уже наблюдаете. Я поздравляю дисциплинированных трейдеров с тейк-профитом противошерстным, который должен был поглотить стоп-лоссы от всяких разных ваших баев там, и так далее, и так далее по евро-доллару. То есть вот здесь вот должны были закончиться все переживания за евро-доллар, и тема по евро-доллару должна была закрыться, и несколько десятков тысяч долларов должно было провалиться в ваш кошелек. Это касается только дисциплинированного трейдера. Итак, что мы сегодня имеем? Мы после таких тейк-профитов имеем вытянутый коридор плюс опасность. Итак, переключаемся на евро-доллар. У нас не сработал buy, а уже начал срабатывать sell. Евро-доллар по 4-часовке потихонечку выкарабкивается из зоны buy в зону sell. В данный момент он встречает очередное горизонтальное сопротивление предыдущего шпилькового горизонтального уровня, который делит нас на зелененькую зону buy и на беленькую зону sell. Мы с вами не смогли пробить линию шеи по 4-часовочке. Мы с вами достигли тейк-профита от самого высокого парня 9 мая по линейному графику, поэтому тейк-профит на сегодня это свечной с хорошей чувствительностью 161, и значит мы хотим побывать сегодня по евро-доллару на 08 320
324, тем более, что после французская линия шеи у нас уже пробита, оттестирована с обратной стороны, и мы двигаемся до следующих пропорций. Ближайший Take Profit Sell у нас на сегодня, это цена 08324, либо второй вариант, мы вытягиваемся до следующего импульсного коридорчика, где рентабельность намного лучше. Мы пробили клозом 9 мая поздним вечером уровень 100, не касались 7.6, и в данный момент стремимся попасть на 261 с замечательной рентабельностью. Вот здесь вот находится большой тейк-профит. Итак, два тейк-профита нас ожидают, а вот здесь мы с вами отмечаем опасный коридор. Спасибо тебе, евро-доллар, что ты на линейном графике дисциплинированному трейдеру, который, уходя, гасит свет, отдал тейк-профит, и в данный момент этот тейк-профит будет служить для растяжки опасного коридора. Вот так вот выглядит опасный коридор с хорошей чувствительностью сотого уровня, и резюме по евро-доллару вот такое. У нас с вами был зафиксирован замечательный сел 9 мая. Сел продолжается. Баи, если вдруг начнутся, то мы их не боимся, потому что мы готовы. Как пионеры, помните, всегда готов. Пионер ничего никогда не боится. Поэтому я желаю вам быть пионером на финансовом рынке и ничего не бояться, нарисовать трендовую линию, увидеть, что эта трендовая линия быстрая, уже пробита. Она совпадает с Ласкисом Ориджином. Будущее у этого коридорчика есть. Пока что мы соблюдаем и уважаем уровень 08964. Это хай начинающегося одноцвета, который был глубже всех. Окей, разобрались. Окей, так, смотрим. Евро-доллар часовочка пробивает линию шеи, в продолжающемся сел находится, вот он, тейк-профит, малый тейк-профит. Большой опасный коридорчик пока что не включился. Евро-доллар 4-часовка приготовилась к переходу в зону села, но основного села нету, потому что по 4-часовке сел настанет лишь здесь. То есть для меня сел настанет вот таким образом. Мне сейчас важно определить, где чувствительность. Вот здесь вот чувствительность появилась. Значит, вот здесь вот настанет настоящий сел для 4-часовщика. Вот. И если кто-то хочет посмотреть дневочку, у меня, к сожалению, дневочки нету. Давайте мы ее посмотрим вот так вот невооруженным взглядом. Дневочка у нас находится в активном бае. Buy. То есть, если кто-то спросит, какой buy, зачем, почему, вы просто спросите по дневочке, а кто самый высокий парень и является ли он системой? Каждый следующий хай выше предыдущего хая и каждый следующий лоу выше предыдущего лоу. И вы сами себе ответите на свой вопрос. А, D готовится евро-доллар, как спрашивает Сергей. Что такое D? Я думаю, это дневка. Я думаю, это дневка. Итак, евро-доллар дневка в состоянии buy находится. Евро-доллар 4-часовка у нас находится в состоянии buy пока что, потому что мы не видим активных клозов ниже последнего импульса, который был выше всех. Мы видим по 4-часовке, что линия шеи пока что держится, и мы находимся в критической ситуации выхода в зону села. По часовочке уже sell начался, опасный коридор по часовочке, который вдруг будет бороться с нашим селом одновременно, выглядит вот таким образом. По евро-доллару у нас все. Следующая валютная пара, фунт-доллар. Давайте его тоже удалим, нарисуем. Ну, во-первых, я хочу запомнить коридорчик. В этом коридорчике мы с вами пытались уйти до 261, он до сих пор жив-здоров, без касания 76. То есть, если кто-то уехал на деревню к бабушке поздравлять дедушку с 9 мая, тот не получил стоп-лосса по фунт-доллару. Но уже есть разворот по фунт-доллару внутридневной. То есть выглядит он таким образом по-настоящему. Смотрите, евро-доллар пробил нисходящий тренд, оттестировал его с обратной стороны без касания 7.6, продолжает свой путь на 30.355. 1.30.35. Я последнюю цифру уже не буду называть, потому что ее учитывать совсем не нужно. Совсем не нужно. Ну, для надежности, смотрите, если вы видите тейк-профит 1.30.35, я всегда ставлю 1.30.34, 1.30.33, то есть немножко ближе на пару пунктов, потому что есть отличие, что иногда актив, ну, вернее, доходит до нано тейк-профита, к примеру, или для до ProSN тейк-профита, но не задевает почему-то стандарт тейк-профита. Поэтому, не жалея пару пунктов, нужно ставить стоп, ну, как тейк-профит, я всегда вот так ставлю, на глаз ниже 261 уровня, чтобы его обязательно задело. Теперь давайте все это удалим и посмотрим, как же мы наблюдали за фунт-долларом после его очередной новости, которая состоялась чуть раньше, чем французская. Это была новость, связанная с парламентом Великобритании. У нее оказалось, эта новость показала нам сразу горизонтальный уровень, который будет делить данный актив на зону бая, зону села. Вот. И мы с вами наблюдаем, что мы до сих пор находимся с вами в зоне бая после выборов в парламент Великобритании. До сих
сих пор. Мы находимся в зоне бая и отчитываем пропорции по самому низкому парню, который не терял авторитет. То есть, грубо говоря, ищем такого, ищем, и в итоге мы находим. Вы всегда найдете парня, который никогда не терял авторитет. Ну, так получилось, что у него... потеряв авторитет, не состоялось. Он был на своем 261-м, это мы с вами наблюдали. Далее мы с вами участвовали в сейл после касания 261-го, потому что этот 261-й не был направлен на продолжение тенденции, а на разворот. В этом развороте мы с вами участвовали и фиксировали свой 261-й. Почему? Потому что там есть разрыв. Черная свечка 71-67 не является белой. Вот. Это мы с вами все забирали. Далее мы с вами увидели, что фунт-доллар пробивает линию шеи, и в этой пробивки линии шеи мы тоже брали Казань и брали Астрахань. Выглядело это таким образом. А кто самый низкий парень от 4 мая? Увеличиваем 4 мая, возвращаем. Теперь уже перемотка не нужна. И первый наш тейк-профит выглядел вот таким образом. Выход с проколом сотого уровня без прокола 161, четкое касание 261 без касания 7. То есть был у вас тейк-профит с такой рентабельностью. 17 чупа-чупсов у вас было в этом, как в убытке, и 54 чупа-чупса было в прибыли. Я думаю, что 54 это лучше, чем 17. Вы их зафиксировав, вытягиваетесь до следующего уровня, и вот здесь мы не увидели 261. Другого варианта вытяжки у нас не было. Окей, но каждый раз мы с вами наблюдаем за опасными коридорами, и последний опасный коридор по фунту выглядел вот таким образом. Вспоминаем, я здесь ничего не пересовывал. Если бы мы в этом высоком парне с предварительно сотой чувствительностью будем на 261, это будет хорошо. У нас была чувствительность 161. Далее мы чего-то испугались, вышла противошерстная новость, бай, мы с вами забрали. И этот же опасный коридорчик 5 мая был предназначен для села. Но фунт-доллар сделал то же самое, что евро-доллар. Он перепоцеловал опасного коридорчика в сел. Таким образом, вот этот сел отправился на пенсию, он уже никому не нужен. Мы с вами знаем, что пенсионеры спокойно сидят дома, смотрят телевизор, получая пенсию, ходят в рестораны, ездят за границу, но не ходят на работу. В этот момент работают ласкисы молодые. Поэтому ласкис молодой выпрыгивает 5-го. Мая, а мы с вами уже не встречались 5 мая, потому что 5 мая днем мы с вами попрощались. И вот здесь мы начали считать пропорции. Давайте покажу. Вот она, первая пропорция ушла, потому что это разделитель. Ну-ка проверяем. 99-92, это не белая свечка. Выход с проколом. Чего у нас с проколом? Даже тейк 2 мы прокололи. Значит, перепрыгиваем на уровень и спокойненько, благополучно прибегаем на свой тейк-профит. Это первый вариант. То есть здесь мы были на пропорции? Да. Далее вытягиваемся до следующего одноцвета. Выпрыгиваем, нам надо добраться до 264. Были? Да, были. Если мы здесь выпрыгнули с проколом 161, то надо добраться до 423. Были? Да. Тейк-профитов давайте посчитаем сколько. Ну, к примеру, трейдер проснулся и увидел лишь этот коридорчик. Выход, тейк-профит, стоп-лосс, выход с проколом 161, и вот он, тейк-профит лежит в кармане. В этих коридорчиках обязательно нужно участвовать. Обязательно. Почему? Потому что любой опасный коридорчик превращается в потенциально падающего коридорчика. А мы с вами обсуждали, что фунт-доллар это падающая валюта. Еще кто-то спросил, как это понять, падающая. Падающая это значит, фунт по отношению к доллару может быстро менять цену в сторону уменьшения. Окей, получается сел по евро-доллару на H4 уже есть? Пока что нету, Галина. Сейчас рассмотрим. Там клосс есть, но подтверждение, если вы видите клосс, но где-то карабкаетесь в районе 76-го, это для кого-то выгодная ситуация, а для кого-то она психологически опасна. Сейчас мы с вами рассмотрим. Правильный вопрос Галина задала. По 4-часовке клосс уже есть, но мы находимся в районе 76-го, то есть в прединфарктной зоне. И вот эту прединфарктную зону многие используют по-разному. Кто-то видит рентабельность 1 к 10 тысячам, а кто-то видит опасность и не участвует в данных селах. Окей, разобрались. Два тейк-профита было по фунт-доллару противошерстному. Следующий тейк-профит вытягиваемся. И вот этот тейк-профит пока что не был на своем 261. Именно этот коридор сейчас жив-здоров сел. Жив-здоров сел. Почему? Потому что последний час у него вышел клозом после выключения стоп-лосса буквально час назад. В данный момент мы имеем рентабельность по фунту 47 чупа-чупсов будут работать против 673 чупа-чупса. Это очень хорошо. Представьте, 47 и 673. У кого было... $47 может стать $673. У кого было 47 тысяч, может стать $673 тысячи. И можно спокойненько покупать квартиру в центре Москвы, либо яхту, либо остров, либо еще что-нибудь. Ну, там по усмотрению. И второй вариант. У кого было 47 центов, станет $6.60. Вот. Можно намного больше купить продуктов в магазине. Разобрались. Действует сел пока что по
фунт-доллару вниз, а также действует buy, то есть картина валет, buy стремится к своей цели, sell стремится к своей цели, эти вещи, но эти вольты многим они не по нраву, то есть многие говорят, ой, мне не нравится валет, поэтому я буду рассматривать там какой-нибудь другой вариант, поэтому кому не нравится валет, тот, значит, не участвует в вытяжках. А в вытяжках здесь, кто не участвует, тот спокойненько имеет свои тейк-профиты с касанием 423, потому что выход был с проколом 685. То есть это стратегия для всех. Для неуверенных, для уверенных, для смелых, для трусливых, для начинающих, для профессиональных трейдеров, для всех, для всех, для всех, для всех есть свой коридорчик. Разобрались. Валет работает, вытянутый коридор sell работает, и вытянутый коридор buy тоже работает. Если мы рассматриваем вытянутые коридоры, и они нам не по нраву, то можно начать новую жизнь с простого вопроса. А где самый красивый и самый низкий парень 9 мая? Вот таким образом можно начать новую жизнь без чувствительности сотого уровня. Пока что нету чувствительности сотого уровня. Вот, но коридор красив тем, что он одноцвет и он самый низкий. Он заставляет быть в бездействии того человека, который не любит вольтов. Окей. Итак, резюме по евро-доллару. Бай есть, сохраняется он с прежних времен, выглядит он вот таким образом. И я здесь свою фразу повторю, которую последние моменты я не повторял, но на ранних семинарах я говорил, что вытянутый коридорчик не обязан быть на своем 261, потому что он кому-то уже отдавал тейк-профиты, а именно бабушкам и дедушкам, которые не участвуют в вытягивающихся коридорах, а работают лишь в оригиналах. Оригинал отдал, все отдал, вытянутый коридор не обязан быть на 261. Окей, далее, оригинал отдал тейк-профит, вытянутый коридор не обязан быть на 261, поэтому кто-то из этих вольтов обязательно победит, а мы с вами понаблюдаем и во время дневного семинара объявим победителей. Либо это будут победители по команде sell, либо это будет победители по команде buy. Вот так вот выглядит валет по фунт-доллару. И тот коридорчик имеет одинаковую конструкцию, то есть этот ушел на пробитие нисходящего тренда и тестирует его с обратной стороны, стремится попасть на 261, и вот здесь по нраву. Ну, кто кому-то нравится. То есть сейчас быки смотрят на этот коридор и наслаждаются. Ну, быки вот так смотрят и говорят, ой, это мой коридор, это замечательно. А медведи смотрят на вот этот коридор, где видят пробитие восходящего от последнего тренда, ну, грубо говоря, линии шеи. Вот здесь я сейчас правильно подведу за последнюю линию шеи. Вот так она будет выглядеть примерно. Пробили, оттестировали ее и движемся в нисходящем отчете пропорций. И вот сейчас облизываются медведи. Медведи говорят, а я вижу для себя замечательный sell с замечательной рентабельностью. 62 чупа-чупса можно поменять на 650 чупа-чупсов. Разобрались, рентабельность 1 к 10 в селе присутствует. Окей, следующая валютная пара это отношение золота к доллару. И во время последней встречи я вот здесь добавил слово no buy, потому что мы с вами встречались 12.00 5 мая во время дневного семинара на закрытии этого часа. Мы не увидели клозов buy в опасном коридорчике. Почему мы нигде не участвовали? Потому что мы фиксировали дальние тейки. Дальние тейки наши выглядели примерно вот таким образом. Мы набрались где-то там до 261 пропорции, я уже не помню, как это произошло. Да, провалились дальше, потому что мы валились в следующих там коридорчиках и так далее. Но у нас было бездействие с наблюдением. Вот здесь сразу я хочу подбодрить своих друзей, которые перестали продавать золото, и они, ну, как бы, это самые близкие друзья, они мне звонили на сотовый телефон и говорили, слушай, может быть, дальше держать sell? Я говорю, закрой sell. Увидишь самого высокого парня 5 мая или 8 мая или 9 мая, продолжи свой sell. И я поздравляю дисциплинированных трейдеров по золоту, которые забрали тейки. Почему? Потому что была опасность после касания 261 уйти в разворот. Этого не состоялось, но buy, видите? В этот момент опасный коридорчик по золоту у нас выглядел таким же образом. То есть мы с вами наблюдали из зоны бездействия, что если мы не пойдем вверх, значит мы пойдем вниз. И давайте возьмем того парня, который не терял авторитет вот в этом коридорчике. Этот терял. Вот этот парень не терял авторитет. И давайте посмотрим. Это самый высокий парень
9 мая, который не терял авторитет, имел ли он свои тейк-профиты и сколько у него было стоп-лоссов. Ну-ка давайте увеличим, посмотрим дисциплинированного трейдера. Итак, последний парень, не терявший авторитет, с предварительной чувствительностью сотого уровня, аккуратненько вышел, не трогал 76-го и аккуратненько приземлился на свой 261. В данный момент он 261 использует для того, чтобы опасно развернуться в нем. Это белая, по-моему, свечка у нас. Давайте проверим. 151, 130. Нет, это черная свечка, значит беленькая вот так. Вот так вот выглядит опасность. Итак, прищуриваем глаз. Последний парень, который не терял авторитета, который не является оригиналом, а он не является оригиналом, вот, а был на своем тейке. Если мы возьмем другой коридорчик, смотрите, вот так мы с вами наблюдали за баем. И этот же коридорчик, если мы возьмем по наручникам, по правилу номер 2, то мы тоже получим замечательный тейк-профит. Этот же коридорчик примените, пожалуйста, сюда правило номер 2. То есть после касания верха вы уже рассматриваете его вниз, поэтому берете самую ближайшую беленькую, вот здесь вот, и самую ближайшую черненькую, вот так вот. И замечательно получаете свой тейк-профит тютелька в тютельку, который выглядит вот таким образом. Бумс-бумс. Вот. Ну, если не получили, то дополучим. Еще раз повторюсь, здесь мы используем свечку, которая не белая, а более приближенная к лозу, вот эта беленькая. А здесь мы используем ту свечку, лишь бы белые клозы не торчали выше сотого уровня. И вот таким образом будет выглядеть у нас коридорчик. Предварительная чувствительность, это не считается, потому что это не клоз, а open. Далее, предварительная чувствительность, выход, один стоп-лосс, выход, не касание стоп-лосса и почти достижение тейка. Почему почти достижение тейка? Потому что в этот момент уходящие гасили свет. Гасили свет они по острию в острию. И уходили спокойненько на празднование 9 мая. Спокойненько уходили и получали этот тейк-профит тютелька в тютельку. Вот таким образом нужно изворачиваться. Я еще раз повторюсь, что новичку эта стратегия принесет радость, если он будет работать в одноцвете. Старичку эта стратегия принесет радость, если он сможет вытягиваться и уходя гасить свет. Правильно, по-линейному было, говорит Виталий. И так далее, и так далее. А вот гимнасту эта стратегия принесет очень много денег, потому что у него одновременно открытый бай, одновременно открытый сел, в руках калькулятор, рядом математик с толстыми линзами. У него все будет замечательно. Я поздравляю с замечательными движениями по евро-доллару, по челошерстному, где вы должны были участвовать, и теперь это можно вытянуть и наблюдать сел. Опасный коридорчик будет выглядеть вот таким образом. Резюме по евро-доллару сел есть, баев нету. Резюме по фунт-доллару и бай есть красивый для быков, замечательное пробитие тестирования с обратной стороны. И сел есть красивый для медведей, пробитие тестирования с обратной стороны, движение до 261. Это резюме по фунту. И по золоту баев нету, одни селы, поэтому этот коридорчик уже не актуальный. Мы переходим на линейный график, берем ту же самую точку и определяем, что все-таки мы здесь забрали свой тейк-профит, тютелька в тютельку, вот так вот. Продолжили движение. Вот здесь я как раз хотел поздравить тех, кто пересидел немножко, потом вот здесь вот зашел и вновь забрал еще дополнительных 110 пунктов. Сел по золоту. Вот. И опасный коридорчик по золоту в бай будет выглядеть вот после вопроса. А кто самый низкий парень на деревне за 9 мая? Вот, он может руководить опасным разворотом по золоту, который может превратиться в перспективное движение до 1109 Фибоначчи. Об этом мы с вами знаем. А кто не знает, что так будет происходить, я вас с удовольствием приглашаю на очередной семинар, посвященный данной стратегии, который будет проходить 27 мая. У нас впереди еще есть 17 дней для того, чтобы решиться открыть счет. Все равно буду открывать счет. Какая разница? Самое главное, открываю у самого надежного брокера на просторах СНГ. Вот. И заодно посмотрю семинар 27 мая, и в июне я начну торговать уже более уверенно, не тут никуда попало, а куда смотрит рынок. Так, на вторую свечу тоже по линейному фунт был, по фунту две вершины, говорят, давайте посмотрим на фунтовские две вершины. Да, именно эти две вершины уже для медведя считаются сладкими вершинками, для медведя они сладкие, для быка они обычные остановочки, которые будем пробивать и двигаться к нашему тейк-профиту. Окей, следующие наши популярные активы это нефть. Нефть у нас с вами двигалась. Мы ее тянули. И в итоге вытянули до замечательного тейк-профита 261, который отработал тютелька в тютельку. Я поздравляю всех нефтяников, то что они зафиксировали цель 46.82 и на этом угомонились. Почему? Потому что этот уровень для нас был
создан для того, чтобы мы нарисовали там лоски с оригинала, и мы понимаем, что этот 261 был не для продолжения тенденции, а для разворота. Следующие трейдеры-нефтяники, они видят большой импульс пробитым, вытягиваются по нему с предварительной чувствительностью сотого уровня, дзин-дзин, аж на два раза, и имеют свой тейк-профит далеко-далеко на 39.83. Многие скажут, нереально 39.83 может и не быть, а я уже говорил, что это вполне вероятно, если завтра придумают какую-нибудь солнечную батарею, и игрушки мы будем делать не из пластмасса, к примеру, ну, а, к примеру, ну, я не знаю, из чего, из песка. Ну, или из золота будем игрушки делать, из серебра, из платины можем делать игрушки, и так далее, и так далее. Поэтому нефть может стоить 39, 29, 19, 18, там, и так далее, и так далее. В данный момент нефть встретила сопротивление на 47.09, развернулась в опасном коридорчике, и большой глаз говорит, что за последние дни мы не касались 76-го, после очередного выхода это произошло у нас 5 мая в 16.00, и находимся в зоне бая до движения, до цены 51.10. Это у нас нефть. Находится она в основном селе вытянутом, который не обязан быть на 261-м, и в Ласкисе оригинале от 5 мая, который движется к своей восходящей цели. В этот момент пара доллар-рубль тоже застывает, потому что торгов по данным валютным парам нету, связано это с праздниками там, и так далее. Российский рубль тем более празднует 9 мая. Вот мы побывали на 161-м от вытянутого коридора. Напомню, до этого мы замечательно фиксировали 261-й, тейк-профит и так далее. Вытянутый последний наш 261-й. Я уже не помню, где он был, но в итоге мы видим выход и хорошую чувствительность 161 уровня. Мечтаем попасть на цену 60 по российскому рублю. Но в этот момент опасно мы наблюдаем за одноцветом, который вытягивался и пока что не ушел в зону селла. Зону селла у нас наступит вот здесь после клозов в одноцвете. Напомню, что одноцвет — это самый ранний разворот, а дальше разворот подтверждается импульсным пробитием. То есть если мы пробьем импульс, ну линейный, а он почти там, вот здесь вот импульс, то тогда мы выйдем в окончательный разворот. Пока что мы находимся по паре доллар-рубль в зоне бая и наблюдаем за одноцветом, который был выше всех. Второй вариант селла у некоторых людей уже включен. Они его используют по правилу номер 3. Правило номер 3 выглядит вот таким образом. Предварительная чувствительность клозы не выходили за пределы 100. В данный момент мы мечтаем пробить цену 58.090. Временно внутри сегодняшнего дня можем провалиться до цены. Я, правда, не вижу какая. 57.054. Ну, до туда можем провалиться. Окей? Именно до зоны предыдущего, ну, как бы, хая. До туда мы можем провалиться. Почему? Потому что по правилу номер 3 мы уже видим нарушение сотого уровня. Окей. Резюме по паре доллар-рубль. Преимущественно бай, потому что у нас нет уже трендовой линии. Вот так она у нас выглядит. Но мы мечтаем вернуться в эту фиолетовую линию. По правилу номер 3 уже sell есть. Но он пока что самый ранний и неактуальный. Окей, по линейному было, вопросиков больше нету. Следующие валютные пары. Доллар Канада у нас совершала восходящий тренд, но 5 мая что-то случилось, и мы ушли в нисходящий тренд. То есть это у нас линия шеи 5 мая по терминалу в 16.00 мы ее пробили, оттестировали снизу два раза, не можем ее взять, поэтому в данный момент мы работаем в Ласкисе, который уже был на своем тейке. А, нет, не было. Предварительная чувствительность, выход с пробоем 161, стремимся попасть на 423, это у нас доллар Канада. В этот момент против него уже работает валет, Вальты у нас срабатывают тогда, когда актив пытается стоять на месте и ренжевать. В этот момент мы видим, что sell есть и buy уже тоже есть. А как они появились? Они появились почти одновременно. А кто самый высокий парень 5 мая? А кто самый низкий парень 8 мая. И мы получаем готового вольта, который, ну, как бы, преимущественно sell. Почему? Потому что мы пробили линию шеи и с нижней стороны находимся. Верхний, ну, валет в buy, он проигрывает вольту sell. Почему? Потому что он находится под трендовой линией. Разобрались. Спасибо, все хорошо, нормально. Так, австралиец доллар достигает своих тейков. Мы с вами наблюдали первый тейк, второй, далее вытянулись в импульсе. Вот он, основной тейк. Приостановились в опасном коридорчике, вытянулись и добрались до 261 пропорции. То есть вот этот рейндж был на своей 261
первой пропорции. Да, был, не вверх, а вниз. Был, был, молодец. Значит, коридор наручники отработал не вверх, а вниз. Значит, все это я удаляю. Вот так вот оставляю преимущественный сел, который не был еще на своем 261-м. И против него рисую опасного коридорчика самого низкого парня 9 мая, который прилепился к нижней границе, но клозы наверху нам не показал. Вот. Здесь вы уже понимаете, что у данного коридорчика идет потеря авторитета несколько раз. И тот, кто в последний раз нарушал авторитет этого коридорчика, уже находится в состоянии бай. Вот так потихоньку вы привыкнете к данной стратегии. Вот этот парень нарушал авторитет. Сам он после этого не терял авторитета. У него была предварительная чувствительность 100 уровня. Выход без прокола 161. Цель у австралийца доллара противошерстно коротко добраться сегодня до цены 0.7372. Преимущественно sell австралийский доллар с маленьким баем, с коротеньким баем. Для вас сейчас он не рентабельный. 16 чупа-чупсов нужно вложить, чтобы заработать 9 чупа-чупсов. Это не рентабельно. Окей. Но как только вы окажетесь на уровне take profit, у вас сразу будет работать следующий рентабельный коридорчик, который называется вытянутый коридорчик с предварительной чувствительностью 100 уровня того парня, который более не терял авторитет по австралийцу доллару. Разобрались? Разобрались. Преимущественно sell, buy начались и продолжаются в перспективных, пока не превратились. Не превратились. Окей, новозеландец доллар у нас показал самого низкого парня от 4 мая, благополучно достиг своего тейк-профита, который находился за фиолетовой линией. Предварительно мы, почувствовав фиолетовый, немножко отскочили, дальше отдали. После этого мы развернулись в Ласкисе оригинале противошерстном. Основное направление у австралийца это sell. Согласно вот этой пробитой линии, мы находимся в любом случае в селе. В бай-зону мы пока что не вышли, потому что последний импульс, который был глубже всех, мы не пробили. Находимся в арычной зоне и закрываем маленькие тейк-профиты против друг друга. Какие маленькие тейк-профиты? Потому что когда у нас идет рейндж по большим, вот здесь у нас зона бая, смотрите, вот здесь у нас зона села. У нас нет уже сигнала никакого, нету. Но зато мы пользуемся подсказками. А кто самый низкий парень у нас за 4 мая? Был у нас там take profit. Далее мы пользуемся подсказкой. А кто самый высокий парень у нас за 8 мая? Я поздравляю всех дисциплинированных трейдеров с take profit без касания стоп-лосса. Был замечательный выход, была чувствительность 100 уровня, отдача 261, большего вы не ждали. Далее этот человек вытянулся в продолжающийся sell, почувствовав по дороге 161, в данный момент он находится в состоянии sell с хорошей рентабельностью, где можно 32 чупа-чупса поменять на 600. На 600. Окей, это sell. Если вы работаете в ежедневных коридорчиках, то бая у вас нету, а sell у вас есть с хорошей рентабельностью. Все равно непонятно, почему у фунта H1 рентабельность считается хорошей. 6 против 64, а по евро H4 прединфарктная зона. Хотя картинка похожа, спрашиваю. Нет, все, я возвращаюсь к евро-доллару. У евро-доллара тоже все замечательно, Галина. У вас в данный момент тоже есть возможность поменять мало чупа-чупсов на больше чупа-чупсов. Ну и что мы находимся в прединфарктной зоне? 17 против 258. Я думаю, что это нормальная рентабельность, ну что понимаешь. Последние 17 долларов можно поменять на 250. Выглядит это вот таким образом. Правильно, Галина подсказывает. Вот. Но это максимально то, что мы имеем. Но если вы наблюдаете по самой первой свече, то sell у вас уверенный sell, и стоп-лоссик у вас чуть-чуть дальше должен стоять, Галин, чуть-чуть дальше должен стоять. Почему? Потому что вы здесь применяете правильную свечку первую, но ее переподсловали. Дальше вытягиваемся для настоящего sell на потерю авторитета, получаем все равно sell, возвращаемся на первую свечку, чтобы задрать стоп-лосс чуть-чуть выше, Галин. Если вы будете сейчас продавать, ваш вот этот нижний стоп-лосс 0.9.09, а верхний 0.9.14. Поэтому 0.9.14 будет более точный. Sell есть, в прединфарктной зоне есть, чупа-чупсы можно поменять спокойненько. Поэтому уверенный sell по 4-часовочке есть. Но я вот когда говорю уверенный, в данный момент не нужно там продавать квартиру, машину и так далее. Потому что многие так делают. Уверенно, значит уверенно. Вот. Наоборот, он неуверенный, но перспективно рентабельный. Потому что если ваш стоп-лосс останется здесь, а вы все-таки клозами окажетесь здесь, то это будет неимоверное счастье. Почему? Потому что вы вытянетесь вот так, и в итоге ваш сел останется вот здесь, и вы купите себе новую «Жигули».
Разобрались? Разобрались. Sell есть по 4-часовке Галины. Вот теперь, я думаю, у вас все понятно. Евро-доллар 4-часовку рассмотрели. Окей, возвращаемся к следующим нашим любимым валютным парам. Австралиец мы посмотрели. Новозеландец, опасный коридорчик. Buy не включенный, а sell включенный. Фунт иена продолжает двигаться вверх и отдает всякие тейк-профиты. Помните, мы наблюдали, вот здесь вот постояли немножко, отдали. И вот здесь вот я для вас нарисовал большой импульс. Наконец-таки 9 мая пришел к своим тейк-профитам. Вот он, большой импульс. Предварительная чувствительность ковырялся. Вышел, оттестировал сотку с обратной стороны. Со 161 общался, непонятно как, но общался снизу, сверху, по-разному общался со 161, ну и благополучно приземлился на 261 9 мая. 261 он использует для разворота. Почему? Потому что, выпрыгнув за 261, он нарисовал после разделителя Ласкиса Ориджинала поздним вечером. Вот. Предварительная чувствительность, аккуратненький выход, не касание 76 и четкая отдача 261 уже была. На в большом селе мы пока что еще не в селе. Разобрались, да? Разобрались. То есть, если вы даже не участвовали здесь, то картинка все равно понятна. А, большой импульс был на 261. Этот 261 он сначала использовал для продолжения тенденции, где, скорее всего, отдавал take profit. И спасибо тебе, что за пара? Фунт иена. Давайте посмотрим, отдавал, не отдавал. Отдавал take profit. И смотрите, как он в продолжении использовал 261, пробил и отдал 261. А уже после этого 261, вот здесь вот стоит будулайчик, выпрыгнул, зашел и двигается назад. Настоящего селла нету по паре фунт иена. Большой тейк взят, настоящий сел по паре фунт иена продолжится здесь. И вот здесь как раз таки дисциплинированный трейдер получает спокойствие. Почему? А вдруг он фунт иену до сих пор покупает? Ну и пусть покупает. Вот здесь он его окончательно закроет, а если у него открытая, ну, как бы сделочка, то после клоза выше сотого уровня он успокоится и растянет Фибоначчи в обратную сторону, используя самую низкую беленькую свечку, и будет фиксировать прибыли чуть выше, на 148.29 или на 148.99. Итак, резюме по фунт иене. Большой тейк взят? Да. Малый сел взят? Взят. Большой сел не начался. Окей, разобрались. Вот он, замечательный тейк-профит, которого мы ждали долго-долго. Здесь чувствительность, вот она чувствительность произошла. Это фунт иена. Окей, следующая валютная пара, доллар-иена. На пути к своему 261-му отдает противошерстный sell и уходит в пошерстный buy. Окей, разобрались. Давайте смотрим. Большой импульс. Давайте с самого начала. Спросим у доллар-иены, а кто из импульсов самый низкий парень на деревне? Есть предварительная чувствительность сотки, есть общение с 261. Есть? Есть. Окей, следующий коридор. Вытягиваем. Есть чувствительность 161, есть чувствительность 261. Мы на нем пытались развернуться, видите? Окей, в итоге мы вытягиваемся вот до вот этого, и здесь мы не видели пока что 261. Но зато мы видели противошерстный sell. Это у нас произошло, не помню, какого-то там 4 мая. Смотрите, вот здесь вот самый высокий парень вышел. Здесь был sell или не здесь, я не помню. Да, самый высокий парень вышел, он был на 261 пропорции, он был, но ну, сигнал у него был идти на 423. Вот, теперь смотрите, вот это было нарисовано. Если мы не дошли до 423, ну, к примеру, представьте, вы дисциплинированный трейдер, вы видите одноцвет, бабушкин коридор, выход с проколом 161, вы стремитесь попасть на 400 и получаете стоп-лосс. Вот. Данные коридорчики считаются слишком маленькие, 20-30 пунктов, поэтому я их не использую 76, там 423, а мечтаю получить лишь 261. Но даже кто-то, если мечтал получить 423, он использует этот же коридорчик как наручники, видит однократный выход клозом в верхнюю сторону и спокойненько достигает 261, 423, но касание 76 у него не было в наручниках. Окей. Если же он использует дугу полную, которая провалилась глубже всех, то здесь он тоже забирает свой тейк-профит. Люди могут сказать, не было же здесь тейк-профита, потому что вы не применили правило номер 2. Применяя правило номер 2, вы видите тейк-профит тютелечка в тютелечку. Давайте проверим, 114.32. Ну-ка, хай этой свечи, 114.32, кошмар,
ужас, Фибоначчи правит миром. Так, по вашему мнению, золото глобально сел, если смотреть по старейшим графикам? Давайте сейчас посмотрим. Итак, фунт иена изогнулся, вышел, не коснулся 76-го и тютелька в тютельку отдал 114.32. Для тех, кто знает правила продолжающего трендового коридора, который пытается обмануть всех, уйти в сел, а потом сдается его верхняя часть коридора и уходит пропорционально до 261-го. Это был доллар иена. Доллар-франк спокойненько дошел до своего 261 уровня по линейному графику, потому что когда вы уходите, вы должны обязательно погасить свет, если неправильно прилепили, вот сюда нужно прилепить. Вот. И спокойненько вы забираете свой take profit. После касания take profit, ну-ка посмотрим, спокойненько или неспокойненько. Нет, неспокойненько. Неспокойненько забрали. Здесь что-то, наверное, не туда прилепили. Или линейка не там стоит. А, ну давай, да, у меня вот так вот линейка была натянута почему-то. Хорошо. То есть это не меняет сути. Почему? Потому что по доллар-франку бай продолжается, и против него работают уже селлы. Но баи продолжаются. Какие баи продолжаются? Давайте сейчас удалю, посмотрим невооруженным взглядом. Вот такие вот баи продолжаются. Мы пробиваем этот уровень, идем к 261-му. Мы пробиваем следующий уровень, идем к следующему. Мы пробиваем следующий и чувствуем на 161. Во время встречи со 161, к примеру, то есть бай продолжается, мы уже имеем разворот по линейному графику. Разворот некрасивый, но он является будулайчиком, он является ласкисом оригинала. А почему некрасивый? Потому что когда вот так вот накопление идет в районе 100 уровня, это говорит о том, что здесь что-то не дает нам провалиться вниз и осуществить мечту вот этого ласкиса оригинала. Окей, окей. То есть выпрыгнули, видите, за 100 уровень. Смотрите, выпрыгнули за 100 уровень. Но что-то не дает нам идти вниз. Поэтому, ну, как бы не... Но из категории, если мы будем рассматривать, что это за коридорчик, это Ласкис Ориджинал. Это самый высокий парень за 9 мая и за последнюю неделю по доллар-франку. Вот, он находится в зоне села. Селы уже есть. Касания 76-го не было. Был аккуратненький выход с пробитием 100 уровня. 76-й не трогаем. Что-то горизонтальное мешается. Будем проваливаться сегодня до цены 1.00.00.71. Окей, доллар-франк. Баи большие есть, селы короткие есть. И большие баи есть, и селы короткие тоже есть. Мы с вами знаем, что маленькие и коротенькие селы могут превращаться в перспективных. В каких перспективных? Вот сейчас новичок сидит и думает, а какая у него перспектива? Его перспектива превратится в настоящий сел. И тогда через некоторое время будем говорить, последний импульс пробит, и мы хотим видеть цену здесь. И мы будем здесь наблюдать пробитие какого-то там восходящего тренда, медленного, восходящего тренда среднего и так далее, и так далее. Маленький сел начался, который может превратиться в большого перспективного. Окей, по вашему мнению, золото глобально сел. Сейчас посмотрим про золото. Следующая валютная пара, евро-иена, тоже достигает своего тейка. Мы с вами вытягивались сначала здесь брали, Астрахан брали, Казань брали. В итоге шпака мы тоже забрали. Почему? Потому что у шпака была замечательная чувствительность 161-го сначала с нижней стороны, потом у него была замечательная чувствительность 161-го с верхней стороны, значит, этот коридорчик жив-здоров и имеет право быть на своем 261-м. Ну, он туда и пришел. И этот 261-й он уже использует для разворота тенденции, рисуя там двойную вершину. Раз, два, и в любом случае возвращается. Вот так вот выглядит Ласкис Ориджинал сегодняшнего дня после вопроса, а кто самый высокий парень 9 мая, но он не выше самого высокого парня 8 мая, уже движется по своим целям вниз. После полученного большого тейка евро-иена разворачивается и в малом селе опускается в надежде превратить его в перспективный сел. В перспективный сел. Пока что только малый сел. Разобрались евро-иены, и австралиец-канадец ушел в дуге, достиг 261, используя 261, рисует еще одну дугу и приходит к следующему 261. Вот так вот выглядит австралиец-канадец. Селы продолжаются, баи не начались. Вы знаете, почему баи до сих пор не начались. Потому что у нас 9 мая был парень, который был глубже всех. То есть у него есть глобально авторитетный бай, который начнется вот здесь. А малый бай, нарушающего авторитета парень, в данный момент есть. Он уже был на своем 261, поэтому он не актуальный. Видите, он вышел и дошел до неактуальный, поэтому вытягиваемся, большого бая нету пока. Резюме, селы продолжаются, баев нету по паре австралиец-канадец. Итак,
Резюме. Евро-доллар у нас в селе, опасный коридорчик в бае выглядит вот таким образом. Фунт-доллар у нас для быков картина такая, для медведей картина вот такая. Скоро выключится стоп-лосс перспективного рентабельного коридора. Вот. И по золоту у нас селы продолжаются, баев пока что нету. Баи будут находиться у нас вот здесь. Спасибо всем за внимание. Давайте посмотрим золото глобально. А где? На старшем графике. И поэтому я открою новый график и посмотрим золото, что с ним делать. Глобально золото после 2008 года до сих пор находится, по-моему, у нас в цели. Давно я эту картинку не смотрел. Вот давайте возьмем 2008 год. 2008 год — это кризис, который определился последним ласкисом оригиналом, который выглядел у нас вот таким образом. Мы не были на 261, поэтому глобально мы находимся в селе. Алексей у нас спрашивает, что делать с золотом. Нормальный трейдер сейчас сидит, у него стоп-лосс вот здесь 357 тысяч чупа-чупсов, работают против 460 тысяч чупа-чупсов. Спокойненько сидит, не напрягается, видит сел все эти годы. Вот, видит общение со 161, значит, будет общение и с 261. 762 доллара – это реальная цена за одну тройскую унцию по золоту. В данный момент мы видим завышенную цену 1200, золото столько не стоит. Что дороже, золото или платина? Что легче добывать, золото или платина? Сравните цены и увидите нереально завышенную цену на золотой актив. Это месяц sell, да, месяц sell. Неделька sell или buy? Неделька у нас и в buy, и в sell одновременно. И в buy, и в sell одновременно. То есть если вы работаете в buy, то есть если вы бычок, то у вас картинка вот такая замечательная. Вы ее уважаете, один стоп-лосс был, чувствительность 161 была, должна быть чувствительность 261. Все, вы работаете в buy. Вот. Если вы медвежонок, то вы работаете в sell. Цели. Ну, вот таким образом. В данный момент сел у вас в бездействии. Значит, резюме такое по недельке. Бай есть, селов нету. Ну, это уже хорошо. Значит, бай есть, селов нету. Дневочка. Селы начались. То есть, грубо говоря, по дневочке глобальные селы начались. Выглядят они вот таким образом. И именно это вы сейчас наблюдаете, Алексей. Я вас поздравляю, что вы уже добрались до 161. У вас мечта добраться до 261. Селы есть по дневочке. Баев по дневочке уже нету. Почему? Потому что они уже кончились. Вот они были баи, они были на своем 261, в это тоже никто не верил. Вот здесь, когда была предварительная чувствительность 100 уровня, далее пробить. Вот здесь кто-то зашел хладнокровно, поставил 23 тысячи чупа-чупсов против 46 тысяч. Один к двум, нормально. И заработал вот здесь вот денег неплохо. Следующий коридорчик вытянутый, который не обязан быть на 261, тоже благополучно приземлился на свой 261. Следующий коридорчик, который не обязан быть на 261, тоже благополучно приземлился на свой 261. Подневочки. И именно три вытянутых коридорчика 261 послужили для того, чтобы дневочка развернулась и пробила настоящий одноцвет. Я думаю, Алексей, если вопросов нету, ставим плюсики. Глобальный сел начался. Вы в данный момент находитесь на 161, мечтаете попасть на свой 261. Но в этот момент у вас идут опасные коридорчики, которые вы будете их определять тоже по дневочке. Желательно использовать последнюю черную свечку, которая уходила клозами ниже белой свечи. Клозов ниже белой видели? Видели, значит, будет выглядеть вот таким образом. Первым срабатывает правило номер 3. Далее будет срабатывать правило номер 1. Сначала срабатывает правило номер 3. Все, спасибо всем за внимание. До дневного семинара. С завтрашнего дня у нас семинарчиков не будет, потому что мы выезжаем в город Екатеринбург. Вот, и до конца недели семинаров не будет. Резюме. Сел по евро-доллару начался. Резюме. Бай по фунту продолжается. Резюме. Сел по золоту продолжается, но временно. Сейчас надо нарисовать, в каком коридорчике продолжается. Здесь-то мы везде получили уже-то и профит. Где он продолжается-то? Ну, грубо говоря, можно использовать последний коридорчик без применения правила номер 2. Потому что если мы применим правило номер 2, а именно линейное, да что такое, магниты исчезли, то там-то и профит у нас уже был по линейному. А если мы не применяем правило, то по правилу номер 1 селы продолжаются. Баев нету по золоту. Окей? Окей, разобрались. Сейчас я максимальный тейк-профит покажу. Вот такой вот максимальный тейк-профит. Это для тех, у кого еще сделочка не открытая, для недисциплинированных трейдеров. У них тейк-профит 12.10. Баев нету. Пока. Почему нету? Вот он, опасный коридорчик. Он пока что еще не включился. Та-да-дам. До свидания. До дневного семинара. Да, следующий утренний обзор у нас будет в понедельник.